Нормандский привет. Ну что, поговорим о наболевшем. Вот. Сегодня озвучили результаты, скажем так, голосования, где голосовали за участника, который вернется в ЧГ. Вот. Меня поддержало большинство людей. Могу сказать спасибо всем тем, кто меня поддержал, кто в меня поверил. Честно говоря, в голове просто не укладывается. Учитывая волну хейта, которая обрушивается на меня и на людей, которые были завязаны в последнее время со мной, очень сложно воспринимать то, что люди нашли в себе силы и желание поддержать. Вот, не знаю, я вылетел из конкурса совершенно несправедливо и незаслуженно. Я считаю, что возвращаюсь, соответственно, тоже незаслуженно. Безусловно, благодарен каждому, кто проголосовал, и спасибо вам за веру. Но нет у меня уже такого сильного желания. Я понимаю, что человеком года я точно не стану. Точно не стану, потому что сами видите, что происходит. Касательно волны хейта, тоже не понимаю. Люди продолжают писать гадости. А зачем, за что, тоже трудно понять. Наши отношения с Кристиной загнали нас в угол, где мы ходили по кругу. И этот круг нужно было когда-то разорвать, понимаете? А не получалось ни у меня, ни у нее. Ну вот пришлось мне сделать вот такой вот шаг. Виглина прошла дальше в ЧГ, да. Но я не знаю, буду я с Настей, с кем я вообще буду или не буду. Не знаю, честно. Но сейчас в моменте именно, наверное, она мое спасение. И пускай началось все вот так вот криво и косо, где-то пьяные на кухне. Некрасиво, да, согласен. Я бы, наверное, надрезвый бы никогда себе не позволил такое поведение. Но что произошло, то и произошло. И тогда я сам себе был не хозяином. И это страшно, честно говоря. Раньше я мог себе такое допустить, и это было нормально. Сейчас как бы я уже немножко не в том положении, что ли. Вот. Ребята, если вы как бы, ну, поддерживаете Кристину, хорошо, поддерживайте, это здорово. Но, пожалуйста, идите к ней на страницу, вязать ей одно место. Не надо мне здесь писать, там, ты ее недостоин и так далее. Мы были вместе год. Не получилось, такое бывает. Каждый из нас, и она, и я, мы совершали кучу ошибок. И что случилось, то и случилось, вот то и произошло. Вот. Я устал разочаровываться в людях. Наверное, в какой-то степени мне стало уже все равно. Почему Бен все снимает истории с Кристиной? Потому что Бен за нее ухлёстывает. Человек, который называл меня другом, братаном, ухлёстывает за моей бывшей девушкой. Согласитесь вы или нет, но в кодексе чести у пацанов такого быть не должно. Я, например, за бывшей девушкой своего друга никогда в жизни бы не стал ухаживать. Ну, у пацанов так не принято. Не знаю, этот кодекс, он внегласный, но этот кодекс существует очень давно. Вот. А Бен ведет себя как крыса, по-другому не назовешь. Я вообще в шоке с его, с того, что он делает. С одной стороны, как бы, молодец, пускай поддерживает Кристину, окей, сейчас ей нелегко. Но с другой стороны, я знаю, зачем он это делает. Не потому, что он хороший мальчик, такой весь правильный, положительный. Бен меня подвел, и неоднократно.
сейчас с нами, ребят, это мы сделали сами своими руками. В том числе Бен поддержит ее, а ты ее разбил в дребезги. Бен в трусы к ней хочет залезть. Ребят, не обманывайтесь и не позволяйте себя обманывать. Вы не видите ситуацию изнутри. Потому что Бен ее давно хочет, это как было видно с первого дня. Вот. Сейчас я еду на студию записывать песню. Не знаю какую, честно. Мне не сказали. Меня просто поставили перед фактом. Вот. Я с Бигриной в достаточно плотном общении. И у нас некий, не знаю, романтический период, что ли. Хрен знает, короче, ребят. Ну вот так вот. У Кристины там свои движухи. Сначала Артем, теперь Бен. Короче, сами видите, это конец. Однозначно. Я просто хочу вас еще раз попросить остановиться. Остановить вот эту волну ненависти, негодования. Хорошие, ребят, правда, вот честно, вот то, что вы демонстрируете свою озлобленность, и не делает же вашу жизнь легче. Ни вам, ни мне легче не становится от того, что вы пишете гадости и оскорбления. Я бы на вашем месте не давал оценки, кто там никакой, кто там какой-то. У Кристины много было ошибок, у меня было много ошибок. Мы сами загнали себя в это дерьмо, в котором мы сейчас барахтаемся. Настя, по сути, как бы плохого-то ничего не сделала. Вот, и я не говорю, что мы с ней будем в отношениях. Безусловно, да, мы ведем себя как потенциальная пара на данный момент. Но я лично не делаю никаких ставок. Я об этом прямо, честно говорю. Я не говорю громких слов, я никому ничего не обещаю. Короче, ребят, просто давайте так вот. Вам остается лишь принять все то, что происходит. Я бы на вашем месте просто пожелал людям счастья. Если у вас есть какая-то неприязнь, ну просто бы не комментировал. Вы пишете, вот, Бигрина, помойка, шлюха, ужас. Вы понимаете, насколько вы злые? Чем вы лучше того описания, которое вы пишете? Чем, блядь, я просто не понимаю, вы пишете такую грязь. Кто вы тогда? Вот кто вы тогда после того, что вы пишете? Когда вы человека, живого человека, живыми эмоциями, живыми чувствами, называете помойкой, шлюхой, говном, тварью, мразью, сдохни. Когда вы вот эти вот вещи пишете, кто вы тогда в этот момент становитесь? Вы объясните мне, пожалуйста. Да вы же не люди тогда, получается. Да вы хуже, чем помойка, получается. Тогда, когда вы пишете такие вещи. Ребят, будьте добрее. Это вас совсем не красит. Давайте просто вот как бы, ну, сохранять какой-то позитивный настрой, что ли. Кристина сделала свой выбор, когда пошла на свидание с Артемом. Я просил ее тогда, сказал, если ты это сделаешь, эфир вышел, вы сами все видели. Если ты это сделаешь, я тебя никогда в жизни не прощу, я никогда в жизни к тебе не вернусь, и ты меня предашь. Она сказала, хорошо, окей, я тебя предаю, я пойду по-любому. Она сделала свой выбор. Дальше был ход за мной. Дальше сделал свой выбор я. И распинать теперь кого-то, ну это глупо, оскорблять кого-то, это тупо. Вот. А я, тем не менее, продолжаю ехать на студию, потому что меня выбрали вновь участвовать в ЧГ. Какую именно песню записывать, я не знаю, буду какую песню записывать, но, скорее всего, хотя нет, у меня даже мысли нет по этому поводу, если честно. Честно говоря, последние несколько дней у меня прям пустая голова, нет вообще никаких мыслей. Не знаю, есть какая-то усталость, что ли. Есть какая-то усталость. Навалилось слишком много всего.
Короче, ребят, я подъезжаю. Вот. Что бы вы там ни писали, желаю все равно каждому удачи. Все, пойду записывать песню. Всем хорошего дня, хорошего вечера, хорошего настроения.